Его имя хорошо знакомо многим чистопольцам, особенно людям из мира спорта. Талантливому педагогу, опытному тренеру, кандидату в мастера спорта по хоккею Габдрашиту Зайнуллину исполнилось 60 лет. Свой юбилей он решил отметить праздником спорта, открытым турниром по хоккею. На арене Ледового дворца спорта встретились три команды из Чистополя, Аксубаева и Камских полян. Этот турнир можно по праву назвать товарищеским, ведь на льду сошлись ветераны спорта, среди них и коллеги по команде, и воспитанники юбиляра. Впервые на коньки Габдрашит Фаткулович стал полвека назад, когда учился в 5 классе. С тех пор хоккей – часть его жизни. Мы, значит, вот свою бытность хоккейной коробки строили своими руками, заливали лед своими руками. Значит, у нас было очень много, ну, таких задумок. Мы приспособления всякие делали, значит, для того, чтобы подготовить лед. Но, тем не менее, вот, значит, участвуя среди городов, 2 года мы участвовали в вот, сельской своей команде, участвовали среди городов на первенстве Республики Татарстан. Это такие команды, как «Скай» имени Урицкого, «Волна», город Казань, Лениногорск, Альметьевск, Челны, Бавлы. Вот на уровне с этими командами мы, значит, участвовали, играли и завоевывали хорошую, значит, ну, репутацию. Наша команда была основана, конечно, команда «Сокол» совхоз имени Галактионова. Мы тогда играли только сельские ребята. Вот. Ну, и мы играли на уровне республики и на уровне России. В сборной Чистополя по хоккею Габдрашит Зайнуллин играет со школьных лет, в составе которой он неоднократно становился победителем соревнований самых различных уровней. Много лет являлся ее капитаном. Почти 20 лет он был играющим тренером хоккейной команды Чистополя. Сейчас достойно защищает честь района в составе команды ветеранов спорта, являясь ее капитаном. А еще он судья республиканской категории и отличный педагог. С 1983 года Габдрашит Фаткулович преподает физкультуру в Александровской сельской школе. За эти годы воспитал не одно поколение именитых спортсменов. Одно другому не мешает, признается юбиляр. На лед он готов выходить хоть каждый день. Несмотря на свой возраст, меня так и тянет на лед. Значит, это как говорится, ну, влечение такое, я не знаю. Лед – это все. Сегодня мы видим, он капитан команды в строю, как и раньше, блестят глаза, горят глаза. Он всегда был нацелен, настроен на борьбу. Вот сегодня мы его видим прежнего такого, рвущегося в бой. Хотя уже есть и внуки, дети выросли, определились, внуки уже подрастают. Но душа осталась прежней молодой. Желаем ему дальше так же держать. Как рассказывает учитель Габдрашита Зайнуллина, ветеран спорта Равиль Минапов, команды с удовольствием откликнулись на призыв приехать в Чистополь и сыграть в честь юбилея хорошего друга и коллеги. Турнир получился жарким, упорным и захватывающим. И, конечно же, дружеским.